Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет тебе, вся Ульяновская область! Очередную рабочую неделю продолжаем вместе на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. Сегодня 7 февраля, вторник, день рождения огнетушителя. Да. Впервые прототипы огнетушителей существовали еще в 17 веке, Алена. Однако устройство для тушения пожаров было впервые представлено миру только в середине 18 века. Именно 7 февраля 1863 года инженер Алан Крей запатентовал свою разработку огнетушителю в виде металлического цилиндра, из которого под напором воздуха подается огнетушащее вещество. В дальнейшем изобретались жидкостные, пенные, хладоновые, порошковые, газовые огнетушители, принципы работы которых основывался на препятствовании доступа кислорода к огню и его локализации. Несколько интересных фактов про огнетушитель. Например, их наполнители не всегда были безопасными. В начале 20 века появились баллоны, содержимое которых при контакте с огнем приобретало ядовитые свойства. Да. Или вот такой еще факт. Цилиндрический баллон окрашен в красный цвет по одной простой причине. Человеческий мозг ассоциирует этот цвет с опасностью. Самый маленький огнетушитель в мире, Пинги, весящий всего 1 килограмм, при резком перепаде давления взрывается и разбрызгивает свое содержимое. В связи с учащением случаев возгорания мобильных телефонов был разработан первый гаджет со встроенным огнетушителем, который срабатывает за 0,5 секунды. А в нашей студии тоже, конечно же, есть огнетушители, но сейчас хочется акцентировать внимание на чудесных цветочных композициях, которые появляются здесь благодаря партнеру программы сети цветочных салонов «Нимфа-73». Этим утром в эфире телеканалов «Репортер 73» и ОТР. Для вас работаем мы, Алена Никитова и Андрей Сафронов. Мы начинаем. Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион. И начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. И еще. У вас уже не болит голова. Физкультуру в массы. Еще 4 ульяновских ТОС получат субсидии на развитие дворового спорта. Всего развитием дворовых видов спорта на территории Ульяновска с февраля этого года будут заниматься 19 инструкторов. По одному в каждом территориальном общественном самоуправлении. Спортивная активность – это одно из важных направлений развития общества. Ведь физкультура позволяет укрепить иммунитет, совершенствует фигуру и защищает от большого количества заболеваний, которые развиваются на фоне гиподинамии. При этом нередко бывает так, что людям сложно себя замотивировать на занятия. Причем встречаются ситуации, когда даже те люди, которые, казалось бы, активно посещали фитнес-зал после какого-либо перерыва, вызванного, например, травмой, просто не могут себя заставить вернуться к занятиям. Да, ну и также немало вопросов вызывает и состояние спортивной инфраструктуры. Многим кажется, что не надо идти никуда, так как и дома можно нагрузить себя довольно серьезно. Другие же считают, что можно пойти на площадку во дворе, но не секрет, что во многих российских городах таких спортплощадок даже с банальными турниками для подтягивания не найти. В Ульяновске развитием дворового спорта занимаются с 2013 года. Именно тогда началась реализация соответствующего проекта. Активное участие в котором принимают участие инструкторы по спорту территориально-общественных самоуправлений. Спортом можно заняться даже не отходя от телевизора. Но уже благодаря нашим экспертам в рубрике «ЗОЖ» присоединяйтесь прямо сейчас. Доброе утро, Ульяновск! Просыпаемся! Я Ольга Прохорова, инструктор по фридайвингу и тренер по плаванию. Нахожусь в Дахабе. Дахаб – это Египет. Вы знали, что здесь есть Blue Hole – голубая дыра? Под голубой дырой есть арка глубиною под 50 метров. Фридайверы заныривают, проплывают в этой арке 25-метровой и всплывают наверх тоже 50 метров. Каждый фридайвер со всего мира старается ее покорить. Ну и дайверов здесь очень много. Фридайвинг – это плавание на задержке дыхания в длину либо в глубину. Ну вот в Блюхолле именно как раз и проныривают эту арку на одном вдохе. Вы представляете? А чтобы задерживать хорошо дыхание, все фридайверы со всего мира стараются делать зарядки утром либо вечером, растягивать свои дыхательные мышцы. Давайте мы с вами тоже этим сегодня и позанимаемся. Готовы? Вдох, задержка дыхания. И сделаем такое легкое упражнение. Вдох. Хорошо, руки назад. Раскрыли свои плечи и вперед закруглились.
на задержке дыхания. Назад. Растягиваем, растягиваем. И вперед, не дышим. Если у вас закружилась голова, то прекращаем делать это упражнение. Назад и вперед. Молодцы, выдох. Хорошо. Сейчас мы сделаем вдох и небольшую скруточку вправо и влево. На задержке дыхания, на большом вдохе. Готовы? Вдох. Скручиваемся назад. Скрутились, скрутились. Хорошо. Задержка дыхания, не выдыхаем. Другую сторону скручиваем, скручиваемся. Молодцы. И еще раз. Не дышим. Задержка дыхания. И другую сторону. Выдох. Молодцы. Хорошо получилось у вас? Восстановительное дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. И сделаем легкую задержку дыхания. Засекайте время. Руку на живот положили. Заполняем живот, грудную клетку. И закругляем себя. Вдох. Задержка, не дышим. И расслабились, расслабились, расслабились. Опустили плечи. Язык положили на нижнюю челюсть. Опустился язык. Мышцы лица расслабились. Как? Получается расслабиться? Войдите в это спокойное, расслабленное состояние. И должно у вас все получиться. Выдох, дышим, вдох. Восстановительное дыхание. Выдох. Как море на меня. Вдох. Передала привет вам морская волна. Выдох. Ну что, получилось сегодня? Я думаю, что у вас все получилось. Я желаю вам хорошего настроения. Чтобы день был веселым, бодрым и, главное, спокойным. Сохраняем спокойствие, и тогда все у нас с вами будет хорошо. Пока, до новых встреч! Готов на 55%. Детсад на Шигаева откроет двери уже в этом году. Дошкольные учреждения в Ульяновске строят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь готовы принять 160 детей от одного года. Сейчас на объекте ведут устройство внутренних инженерных систем. Новый детский сад, который располагается рядом с микрорайоном Юго-Западный, поможет разгрузить близлежащие дошкольные учреждения. Напомню, что в Ульяновске и, в частности, в Засвияжском районе сегодня активно строят жилье. За прошлый год в областной столице ввели в эксплуатацию 439 тысяч квадратных метров. Кстати, на протяжении последних лет Ульяновск в пятерке лидеров Приволжского федерального округа по строительству жилья. Это, безусловно, требует и возведения соответствующей социальной инфраструктуры. Как сообщили в управлении образования, в новом детском саду предусмотрены спортивный и музыкальный зал, также кабинеты логопеда и психолога. Кроме того, планируется организовать центр игровой поддержки ребенка, экспериментально-исследовательскую лабораторию и детский книжный клуб. О главном расскажем. Скажем далее. Нацпроект здравоохранения предписывает повышение доступности и качества медпомощи. Особый акцент сделан на раннем выявлении онкологических заболеваний. Врачи напоминают, на начальной стадии недуг проще одолеть. Важное направление в этой связи – сохранение репродуктивного здоровья. Начиная с 2021 года, женщинам необходимо проходить скрининговые методы, направленные на раннее выявление онкозаболеваний репродуктивной сферы. Об этом говорят специалисты. Сейчас мы как раз-таки готовимся к операции раздельно-диагностическое выскабливание, к манипуляции. Его основная цель – это гистологический анализ того, что находится в содержимом матки в самой и в шейке матки. Помимо раздельно-диагностического выскабливания, у нас проводится операция на шейке матки, то есть это эксцизия, конизация, биопсия шейки матки. Все эти медицинские манипуляции проводятся с целью раннего выявления онкологических заболеваний репродуктивной системы женщины. Как правило, у гинекологических пациентов это проходит все бессимптомно. То есть основная жалоба, которую они предъявляют, это контактное выделение. Но если контактное выделение появляется, это уже значит процесс глубоко запущен. Вот. Соответственно, чтобы избежать вот этих запущенных случаев, нужно регулярное посещение гинеколога. Сегодня разновидностей такого недуга, как рак, великое множество. Болезнь коварна, поразить может человека любого возраста. К счастью, медицина двигается вперед, и заболевание поддается лечению все успешнее. Случаев выздоровления становится все больше.
Грамотные высококлассные специалисты и новейшее оборудование способствуют позитивной статистике. Это и называется «Медицина творит чудеса». Хорошие цифры по выздоровлению фиксируются в Ульяновском областном онкодиспансере. Электронный врач – рентген-лучи, помогающие выявлять патологии и контролировать лечение пациентов с опухолями, у которых часто диагностируется сопутствующая желтуха. Теперь в областном онкодиспансере ее дренируют безболезненно и безопасно, как для больных, так и для врачей. Новый рентген-аппарат типа «Ц-дуга» позволяет значительно снизить лучевую нагрузку. Оборудование старое было, 2009 года выпуска, соответственно, оно уже пришло в негодность. Наши врачи-хирурги жаловались на то, что невозможно в режиме эскопии длительная работа, то есть останавливался аппарат. А сейчас мы работаем абсолютно без всяких ограничений. То есть аппарат легкий в использовании, и он менее громоздкий. В помощи врачам еще один высокотехнологичный помощник – маммограф. По статистике, рак молочной железы у женщин стоит на первом месте, а поэтому ранее его выявление – гарантия удачного исхода. Теперь выявить опухоли врачи диспансера могут моментально, а время в этом случае – главный ресурс. Всего в учреждении два таких аппарата. Последний получили в декабре прошлого года. Только отличаются они тем, что именно этот уникальный. Всего процедура по времени занимает 10 минут. И за эти 10 минут врач уже может с точностью определить диагноз. Аналогов в России уникальному аппарату нет. Врачи предложили, инженеры воплотили. Всего одна деталь нового маммографа делает прибор уникальным. Нам смонтировали на биопсийную приставку наведение под контрастной маммографией. И это приведет к тому, что те женщины, у которых плотный фон молочной железы, ранее диагностика была затруднена, теперь под контрастным наведением мы можем производить биопсию этих образований, которые мы в обычной маммографии не видим, и верифицировать процессы. За несколько месяцев работы множество выявленных новообразований. Одно из них диаметром 3 мм. Это уникальное достижение в масштабах страны. А зафиксированная ранняя стадия развития опухоли позволила врачам приступить к немедленному, а главное, предметному лечению пациента. Причем благодаря возможностям оборудования удается обходиться без болезненных процедур. Растут возможности самого диспансера. И если раньше в день медики принимали 180 пациентов, сейчас через кабинеты профессионалов проходит порядка 500 человек. И несмотря на интенсивность потока, медицинская динамика положительная. Больных со злокачественными новообразованиями, которые состоят на учете у нас более 5 лет, вот на том самом диспансерном учете. То есть практически этот показатель показывает, что больной полностью излечен. Вот наш этот показатель сейчас приближается к 60%. Гордятся показателями и специалистами. Ведь именно благодаря их работе жизнь многих продолжается. Медики беззаветно преданы своему делу. Будем жить. Почетная всероссийская премия с таким названием в этом году достается врачу-диспансера Инне Зариповой. Большая книга стартует в 18-й раз. Российские литературные премии объявили о начале нового сезона. Для писателей премии – материальные и моральные стимулы к творчеству. Полезны они и для читателей, становясь неким ориентиром в поиске передовой литературы. Прием заявок на соискание открыт по 28 февраля. На премию выдвигаются романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальные прозы и мемуары, подписанные в печать с 1 января 2022 года до 28 февраля 2023 года. В случае выдвижения рукописей дата создания произведения значения не имеет. Длинный список большой книги будет опубликован до 30 апреля. Финалистов по традиции объявят на литературном обеде в начале июня, накануне книжного фестиваля «Красной площади». Жюри из 105 человек и народное голосование определяют читательский запрос года. Премия стала важной не только для российских читателей, но и для мирового сообщества. Произведения лауреатов издаются в 20-25 странах, отмечают организаторы. Литературная академия определит победителей на торжественной церемонии не позднее 15 декабря. Национальная литературная премия учреждена Центром поддержки отечественной словесности в 2005 году. Ежегодно присуждается 3 премии и специальный приз за вклад в литературу. Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей. Участие могут принять российские авторы в возрасте от 15 до 35 лет. На конкурс номинируются произведения на русском языке, ранее не выдвигающиеся на другие литературные премии. Эфир продолжит рубрика «Это интересно».
Мы пытались, конечно, сделать его на высоком уровне, но при этом не забывая о массовых читателях. Поэтому специфический, так скажем, да, язык. Есть такая шутка, что всякая наука начинается с изобретения своего языка. Мы тоже по мере возможности адаптировали, чтобы людям было понятно. Глубокая древность для одних – это пара столетий тому назад. Специалисты же углубляются в архивы и грунт на многие тысячи лет. Снимают слои породы и обнажают тысячи лет истории человечества. Их труд недавно воплотился в первом томе краеведческой энциклопедии Симбирского Ульяновского края. Сама по себе идея написания многотомной истории, она возникала в разное время. Если говорить о современном этапе, то главное – мысли, положенные в основу. Вот создание многотомной истории – это концепт идентичности. Усилия к созданию книги приложили десятки ученых-историков Среднего Поволжья. Из Самары, Казани, Пензы и, конечно, Ульяновска. Во многих регионах подобные издания появились гораздо раньше. Вот. Но, с другой стороны, вот мы сегодня получили вот сборник, который отвечает последним, наверное, научным представлениям. На страницах издания яркие иллюстрации и схемы, помогающие освоить ее содержание массовой аудитории. В дальнейшем первый том энциклопедии пойдет в школы и другие учебные заведения, станет отличным подспорьем в изучении древней истории родного края. Археология – это одна из тех наук, которая, ну, еще требует многого в своем развитии. Наша Ульяновская область, вообще Среднее Поволжье, очень богатый регион. Именно в археологическом отношении это перекресток разных культур, цивилизаций. Так было и в глубокой древности. То есть территория Среднего Поволжья была открыта для разнообразных племен и народов, начиная с глубокой древности. Во время работы над книгой специалисты часто выезжали на раскопки, собирая в многодневных экспедициях фактический материал – живые артефакты. Раскопки археологические – это самый, наверное, важный этап археологических исследований. Это накопление фактического научного материала. Ну, а дальнейшее его, как изучение, связано с музейной деятельностью, с публикацией. Следующий том в серии расскажет читателям о раннем железном и средних веках, о возникновении древнего государства – Волжской Булгарии. Это тоже очень значимый этап в истории народа Среднего Поволжья. Это действительно одно из таких крупных государств Восточной Европы, культурное воздействие которого было очень сильное на многие народы Урало-Поволжского региона. Это действительно то наследие, которым мы можем гордиться. Авторы тома уверяют, книга будет интересна как специалистам, так и широкой аудитории. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Спасибо. Хлебом и солью, по старой славянской традиции, так встречали в Ульяновске членов белорусской делегации. Давняя дружба между народами благодаря экономическим санкциям получила новый виток развития. Авиапромышленность, автомобили и станкостроение, радиоэлектроника и другие отрасли. Республика-сосед готова предложить российским производителям множество направлений для укрепления взаимовыгодного партнерства. Современного. Генрих Молодов. Да, это наш легендарный конструктор, неважный герой 1974 года. Несмотря на то, что в Белоруссии не существует производства авиационной техники полного цикла, изготовление отдельных авиакомпонентов – одна из сложившихся специализаций республики. Три белорусских авиационных предприятия уже производят авиакомпоненты, узлы и агрегаты для российских заводов-изготовителей авиатехники. Взаимовыгодное партнерство и развитие международной кооперации в этой области даст нашему региону значительный прирост в эффективности производства. Мы, ну, примерно одинаковые имеем запросы и заявки от всех авиастроительных практически предприятий России. Надо выходить на системную программу, наверное, межгосударственную по работе в области авиастроения. Надо это абсолютно делать и переходить от таких вот, ну, как бы фрагментарных контактов к широкомасштабной производственной кооперационной программе. Еще одна отрасль, в которой сотрудничество между странами позволит выйти на повышение производственных мощностей – машиностроение.
На белорусских автомобилестроительных предприятиях сейчас активно идет процесс освоения технологии изготовления деталей для российской автопромышленности. Ульяновский автомобильный завод уже выразил заинтересованность в развитии взаимодействия. Здесь наши производители автокомпонентов вполне пришли, что называется, ко двору. Поэтому новые поставки идут уже сейчас, и есть программа, рассчитанная на 3-летний период по освоению производства новых узлов и комплектующих к автомобильной технике Ульяновского автозавода. Есть и другие договоренности в этой области. Например, соглашение о создании на территории Ульяновской области дочернего предприятия МАЗ промышленного комплекса по производству полуприцепов и колесной техники. Реализация проекта объем инвестиций составит 600 миллионов рублей. И будет создано 400 новых рабочих мест. К одному белорусскому предприятию на территории области вскоре может добавиться и еще одно. Уже сейчас идет поиск вариантов развития сотрудничества в области электроники и радиопромышленности. У нас большие перспективы по кооперации в области электроники. Мы сейчас создаем технопарк электроник. Я думаю, что одно из белорусских предприятий зайдет к нам в качестве резидента в этот технопарк. И дальше будем продвигать новейшие технологии. На достигнутом не останавливаемся. Рабочие визиты позволили партнерам наметить интересное для обеих сторон направление развития деловых взаимоотношений, которых у нас, как оказалось, с избытком. Большие перспективы по сотрудничеству в области образования, здравоохранения, молодежной политики, культуре. Все вот эти направления мы будем дальше продвигать. После планового мониторинга водоемов в январе специалисты гражданской защиты обнаружили засор на реке Сельц в районе поселка Дачный. Из-за ледяного дождя несколько деревьев перегородили русло. Эти деревья будут отрицательно влиять при прохождении активной фазы таяния снега, паводка. В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и здоровью граждан, предупреждение подтопления территорий дворовых построек, спасатели управления гражданской защиты города Ульяновска приступили к разбору данных завалов. До дна реки 1,5 метра. Однако обойтись без специалистов глубокого профиля нельзя. Стволы деревьев пилить приходится с воды. Сложность на данном участке в том, что лед на сельде очень тонкий. В целях безопасного проведения работ используем водолазное снаряжение сотрудников, которые у нас обучены водолазным работам. Точных сроков завершения работ не называется. Спасатели работают до устранения завалов. Но ведь, наверное, для Веры нет каких-то географических там локаций, да? Нет, это конечно, все равно, да. Все равно, где молиться, как говорится. Боженька, он везде тебя услышит, везде поможет. О чем говорит, Татьяна знает. Поездки к Матронушке предпринимает. Регулярно из Ульяновска в столицу во имя веры и помощи ближнему мчится. В родном Ульяновске она медсестра, а милосердие коей. Молва. Мы живем на работе одной семьей, у каждого свои проблемы. Я стала ходить по своим коллегам, просить записочки для Матронушки, а потом ездить к ней и передавать записочки, и пока стоишь в эту 6-часовую очередь, молишься за каждого. И у всех стало все исполняться. Когда-то давно в свои 15 гадала, уйти в монастырь или в миру остаться. Батюшка мудрый сказал ей так: «Материнство – твой судьбоносный стяг». Сейчас у Татьяны ребенка 4, с ними уютно в огромном мире. Мои красотки. Батюшку благодарит за совет. Монастырь не ее тема, нет. А для кого-то духовный приют в Покровско-Васильевском послушников ждут. Но это сейчас, а пока перенесемся назад, в век 19-й покинутый. Женский здесь был монастырь, продвинутый. Жили, трудились с молитвами, ладно. Но пришел век 20-й. Церкви сносить, поветрие стадное. Прихожане потом делились воспоминаниями, как рушили храм монастырский, а крест на землю, в изгнание. Когда вертолет прилетел, и вот так начал кружиться вокруг монастыря, и мы дети увидели, о, вертолет так низко, все подбежали, окружили, и глядим, спускается лесенка с этого вертолета, и спускается какой-то человек, берет веревку, накидывает на крест, обматывает его. Ой, мы смотрим, народу, говорит, так много собралось. И начали дергать, хотели сорвать вот этот
крест выдернуть, потому что высоко из вертолета. И, говорит, несколько раз они вот так дергали, веревка оборвалась, первый раз, второй раз не могли. И, говорит, в конце концов он настолько обозлился, начал стрелять прямо из вертолета по этому кресту. В 80-х отцом Андреем с единомышленниками все здесь возрождалось. Как правильно наладить жизненный уклад, совместно понималось. То есть получается вот такое большое хозяйство, 27 голов, это серьезный интенсивный труд ежедневный? Да, это постоянный труд. Но в монастыре должен быть труд, в первую очередь, конечно, молитва и труд. Монастырский подвиг в чем заключается? В посте, в трудах и молитве. Здесь, в мужском монастыре, натуральное хозяйство. И помимо того, что обитатели кормят сами себя, они еще и успевают помогать ближнему. И вот именно сегодня 300 килограммов свежего и отборного творога отправится в зону спецоперации. Это будет такой питательный груз. И все это во имя того, чтобы мы с вами смогли сказать: ну, привет, победа. Побеждать бездуховность, пожалуй, свершение главное. Морально очиститься, жить по канонам славным. 35 лет игумен Андрей в такой круговерте. И дальше лишь так. Хотите, сами проверьте. Локация точная. Покровско-Васильевский мужской монастырь. О чем рассказали, не сказка. Духовная быль. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев. Репортер 73. Ульяновск. Мне вообще курение не нравится. Ну, я вот сам вообще не курю ничего. Никакое, ничего не это самое, не электронное, не такое. А вот вам не мешает на улице, например, в общественных местах, когда кто-то курит что-то такое? Ты уже ну, честно говоря, мешает. Да. Даже особенно в принципе пока обычно. Неприятно. Потому что же уже доказано, что электронная сигарета, как бы там, нет продуктов горения, то есть она считается менее вредная. Нет. Почему? Потому что это свобода. Ну, кому делать нечего, тот и наркоманией занимается. Запрещай, не запрещай, да? Люди должны работать, а не сидеть отдыхать вот в этих кальянных. Обычно придут и все. Модно. Курят они. Я не знаю, прохорятся сначала в молодости, а потом будут страдать легкие. Есть такая возможность, что люди просто перейдут на обычные сигареты вместо электронных. И тут непонятно, что хуже. Да, здесь мы не можем дать ответа, поэтому так лично от человека, конечно, зависит. Сам решает, что ему лучше. Я вообще против этого, потому что сама не курю. Но даже не из-за этого, а просто это вредно для здоровья. И все-таки не хочет, чтобы на легких как-то сказывалось. Итак, у нас сейчас куча болячек, заболеваний и так далее, поэтому это уже лишнее, на мой взгляд. Не, давайте не надо. А какие последствия это может повлечь, если вдруг возьмут и запретят? Да никаких. Ну, можно. Но вообще запреты это плохо. Само по себе. Да. Мне кажется, да, возможно, перейдут. Если там как бы запретят и так далее, так далее. Ну, например, а вдруг курить больше обычных сигарет станут? Если не все запретить. Ну, что лучше просто обычные, наверное. Не знаю. А как считаете тогда, надо ли вообще запрещать курение вот этих вот штук? Вообще надо. Ну, чтобы здоровье было. Чтобы нация здоровой была. Настолько неприемлемый запах искусственный. Вот у меня сын курит. Я прямо страдаю. Мне дышать нечем. Я вот задыхаюсь. Искусственный какой-то запах. Это же не доказано, чем это обернется завтра. Легче приобрести, чтобы не воняло от тебя. Ну, простыми словами, запреты не помогут. Не помогут, конечно. Все равно все курят. И дети, блин, и взрослые. Как будто бы когда-то это кого-то останавливало. Я думаю, что да. А почему? Ну, как бы, вред. Это приносит вред здоровью. Ничего хорошего в этом нет. Я не хочу, чтобы дети вообще чем-то там употребляли и так далее, потому что я сама мама двоих детей. И, естественно, они у меня еще маленькие, но я против этого. Я буду разговаривать с ними об этом. Нормально или нет такие запреты? И что это? Вот какие последствия может повлечь? Никаких. Ну, может, люди на обычные... Все равно будут курить, а чего? Сколько бы ни запрещали. А вот это вредно, на ваш взгляд, электронки? Ну, вредно, конечно. А по ощущениям, вот вы, может, употребляете, если не секрет? Ну, мы тут все курим. Мы все врачи. Сам издат. В сознании людей он ассоциируется с 50-ми, 70-ми годами прошлого столетия, временем, когда многие писатели и поэты, самостоятельно, не прибегая к услугам типографии, печатали и распространяли свое творчество.
Об этом явлении расскажет новая выставка в Музее современного искусства. Сам издат – это очень уникальное явление, которое появилось во времена Великой Французской революции. Печатались неофициальные тексты и такие очень были интересные издания. Конечно, антивластные листовки, памфлеты и устные сообщения передавались людьми и в более ранние времена. Невиданный до той поры размах самиздату придало изобретение и развитие книгопечатания. В России же бум самиздата пришелся на стык 19 и 20 веков. Революционеры Владимир Ильич Ленин, Калантай, Роза Люксембург обменивались письмами, и эти письма уходили, соответственно, в самиздат. Издавались некоторые сборники Ленина в России. Революционные газеты, антицарские прокламации, воззвания к рабочим и крестьянам, а также романы Чернышевского и сочинения Герцена. Все это самиздат. Ну, а затем бум самиздата приходится на 50-е годы, когда появляется очень много открытых текстов. Это после 20-го съезда ЦК КПСС происходит. Открываются тексты Марины Цветаевой, и Акуджавы и прочих авторов, да, которые начинают издавать свои, вернее, люди, которые почитают их творчество, они издают самиздат с их стихами и прочими текстами. И это становится таким обширным явлением на территории России. Ульяновский самиздат – это записи Андрея Сахарова и Андрея Безденежных, журналиста и прозаика. На выставке представлены его произведения, шедшие вразрез с литературными канонами. Андрей однажды сказал: «Я хочу, чтобы в Ульяновской области было хоть что-то, кроме огромных живописных произведений, которые висят в каждых наших музеях. Он хотел, чтобы в Ульяновске появились какие-то авангардные произведения, авангардные художники, авангардные тексты и все прочее». Недавно в Молодежном центре современного искусства открылась и небольшая на 130 книг библиотека. Книги по современному искусству доступны каждому. Их можно бесплатно взять домой на 14 дней или же прочесть в центре. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73. Здравур, скотине давай регулярно, яйца, мясо, молоко будут постоянно. Суперцены в Светофоре. Свинина на кости 1 килограмм 169,90. Кофе черная карта 190 грамм 299,90. Грунт универсальный 60 литров 174,90. Во всех магазинах Светофора Ульяновска и Ульяновской области. Варикозное расширение вен – серьезная угроза здоровью. Только до 28 февраля в медицинском центре «Консилиум» консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей всего за 800 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». Народ, я, короче, тут типа в 93-м. Не терчу здесь делать, я! С Рождеством. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитаю. Фильм «Быть» во всех кинотеатрах с 9 февраля. По данным сайта Гисметео, 7 февраля в Ульяновске переменная облачность. Температура воздуха по области ночью от минус 9 до минус 13, днем минус 8, минус 12. В городе температура воздуха ночью минус 10-12, днем 9-11, ниже нуля. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ульяновские инженеры в числе лучших создателей военной техники. Подвели итоги всероссийского конкурса «Инженер года 2022». Лауреатами по направлению «Профессиональные инженеры» от нашего региона стали Олег Благовский, Ульяновский механический завод, Марат Суетин, Марц и Фидель Сафин, Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства. В направлении «Инженерное искусство молодых» отмечены Мария Азарычева, Марс, Дарья Волчкова, УМЗ, Вячеслав Прошкин, Аграрный университет, и Юлия Строева, УлГТУ. Номинациями, где ульяновские инженеры становятся лидерами, по-прежнему остаются техника военного и социального назначения, интеллектуальные системы и технологии обработки информации, агроинженерия, строительство и стройиндустрия.
макет корабля катамарана. Кто его делал? Мы с Галиной Владимировной. Юные исследователи презентуют свою работу. Проект участвовал в конкурсе Росатома «Техновиват». В эту пятницу ребята рассказали о своем исследовании взрослым. В лицее номер 16 проходил областной семинар «Создание образовательной среды, формирующей метапредметные компетенции обучающихся, обеспечивающих инженерное образование в современной школе». За сложным названием «Простые цели. Развить детях тягу к науке». Несколько лет назад перед нами поставили задачу создать определенную модель сетевого взаимодействия самых разных организаций, которые бы двигались в сторону инженерного образования. Завязалось сотрудничество очень тесное с техническим университетом Ульяновска, с местным университетом, которые в Димитровграде, с кванториум, с детскими садами, которые приходят в данную образовательную организацию, и с другими школами муниципалитетов, находящихся рядом. По словам организаторов семинара, важно не только научить детей исследовательской деятельности, но и подготовить педагогов к работе с маленькими учеными. Надо использовать время детское, мысли, которые, когда им еще нравится мир, когда им хочется еще его изучать. И вот в этот мир важно, чтобы появился такой значимый взрослый, который бы ему помог определиться в этих удивлениях и мог рассказывать им, почему так мир устроен. И что там можно еще изобрести, чтобы там было все интересно. Юным исследователям интересно все. От геометрических фигур и пословиц до возможности создавать настоящий промо-ролик. Мастер-классы по различным направлениям прошли для школьников в этот день в лицее. Кто знает, может быть, из кого-то из этих ребят, увлеченных новыми знаниями, и вырастет будущий ученый. Татьяна Елисеева, Тарас Шкуренко, Александра Кондратьева. Главные новости любимого города. Все о стиле, о модных трендах, лайфхаках и о том, как сделать ваш дом уютнее, знает лишь наша рубрика «Стиль». Конечно, и предлагаю не затягивать очередную встречу. Смотрим рубрика «Стиль» далее. Доброе утро! С вами рубрика «Стиль» и я, ее ведущая, Екатерина Бондаренко. Во все времена кудри и локоны были самой востребованной прической на праздники. Менялся объем, менялась форма завитка, но до сих пор они остаются с нами. И сегодня на своей модели я покажу укладку на основе локонов. Я попросила Оксану высушить предварительно волосы с зачесом на лицо. Для чего это нужно? Это придаст максимальный объем относительно окружности головы. Я сделала накрутку. Прошу заметить, что челку я тоже накрутила и каждую прядь в разную сторону. Очень многие мои клиентки жалуются на то, что они не могут симметрично выполнить завивку одной и другой стороны. Когда мы выполняем в этой технике завивку, то наши локоны будут всегда асимметричны и укладка будет смотреться естественно. Хочу заметить, что в последних трендах у нас естественность, небрежность и натуральность. Поэтому мы не выглаживаем каждый локон, а делаем его немного небрежным. Я хочу взять каплю масла. Это мне поможет создать текстуру на волосах. Разогреваю в ладошках. Наклоняем голову и проглаживаю прядки. Прядки получают вот такую вот текстуру. Они отделяются одна от другой. Посмотрите, какая текстура получается.
тряпочки некоторые отдельно текстурированы, отдельно выделены. И очень красиво смотрятся и вписываются в нашу укладку. Поднимаем голову. А сейчас мы поработаем с лаком. Так, сейчас нужно будет поворачивать головой вправо-влево активно, а я буду брызгать лаком. Угу. Благодаря этому движению мы достигаем еще большего объема. А теперь нам нужно уложить отдельно лежащие прядки в общую прическу, чтобы это смотрелось гармонично. Это вы уже делаете на ваш вкус. Впереди череда праздников, и многие женщины выбирают себе укладку, чтобы выглядеть неотразимой. Надеюсь, я сегодня вам помогла. Посмотрите, какую укладку я сделала Оксане. Это модное направление, когда все волосы от затылка направлены к лицу, и челка вписывается в общую массу волос. Оксана, ты готова себя увидеть? Тогда смотри. Вау, как круто! Будьте красивыми, экспериментируйте с укладками. А это была рубрика «Стиль», и с вами Екатерина Бондаренко. Доброе утро! Мы продолжаем. 4 февраля свой юбилейный день рождения отмечает Зинин Александр Владимирович. Юбилер у нас уже в гостях, и не один. Встречаем Зинина Александра Владимировича, художник, руководитель Народной студии изобразительного искусства Дворца дружбы народов губернаторский, и Бычкова Мария Александровна, художник, педагог, дочь Александра Владимировича. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, Александр Владимирович, во-первых, с днем рождения! Спасибо! Кстати, вот, Александр Владимирович, вот каково являться лидером, ну, на данный момент лидером, династии художников? Ну как, династия-то еще во втором поколении начинается, вот это вот, отец. Вот. Второй дедушка Маши тоже художник. Вот, даже внуки, вот. Да, тоже являются продолжателями. Да. Вот. Людмила у меня тоже художник, Маша тоже художник. Ну, это ответственно. Они тоже прекрасно. Это интересно, наверное. Это не скучно, по крайней мере. Вот это такой клубок творческих противоречий, в котором постоянно надо жить, быть, находиться и все это дело пытаться развить. Вот. И на том уровне, на котором пытаются развивать дети, и на том уровне, который хочешь сделать сам, да и еще вот... Столько нюансов, столько оттенков. Мария Александровна, ну а ваше мнение, так скажем, являясь дочкой знаменитого отца? Ну, могу сказать, продолжательницей династии. Что папа, это да, это такой уровень, которому ему стоит тянуться и стремиться, потому что у нас папа, наверное, самый современный художник в семье. Если просто посмотреть на его проекты, на его картины, на его авторский почерк, который узнается. Угу. Ну, вы наверняка своим развитием творческим обязаны примеру Александра Владимировича. Ну, конечно, да, с детства такой авторитет. Там папа, его краски, его мольберты, его холсты. Все. Сама атмосфера уже воспитывала. Интерес, да. То есть, получается, руку отец не приложил вот к вашему искусству? Ну, в плане какого-то толчка, ну, как это был ваш... приложил? Но надо сказать, что все детство все равно как бы это не только влияние авторитета, но и какие-то самые первые уроки живописи, рисунка, конечно, это были родители, мамы художник и папа художник. Вот нашел. Помогал поступать в училище, готовил к экзаменам. Вот наткнулся, готовясь к беседе, на одно из ваших многочисленнейших произведений, Александр Владимирович, «Автопортрет», где вы с дочкой, это вот, наверное, да? Да, Александровной в зеркале, да? Правильно же, вот такое высокое зеркало такое? Нет, там я на фоне пейзажа такое. Такая... Нет, они помнят, где зеркало. Вот где зеркало, я вот такую работу лично отыскал. Кто-то я не помню. На автопортрет вы с кистью, ну, с мольбертом. Ну, и вот даже публиковали маленькой Александровной. Искусство, да, да, да. Советских художников.
Да-да-да, Александр. Нет, у меня... Ну, можно. Такое да. Это, наверное, количество можно и... Кто-то похожий. Я с медвежонком, вы так да, сказали. Да, вот, точно. В старом зеркале, да-да-да-да-да-да-да-да. Это тогда на съемной квартире, там совершенная пустота, там это самое... Вот была съемная новая квартира у нас. А вы чем вдохновлялись, вот, Александр Владимирович, вот, заступая на такой путь? Ну, наверное, примером отца. Тоже примером отца. Да, папа-то ведь всю жизнь прожил в Павловке, да. И сейчас его каким-то грандиозным художником называют. Вот просто не в моей оценке, а вот Юрий Витальевич Мудров, крупный искусствовед и директор Исаакиевского собора, значит, вот я помню, как он вот на Пластовских днях сюда прибежал на открытие выставки Александра Владимира Зинина и произнес достаточно длинную речь, где он вставил в ряд самых знаменитых русских советских художников, вот... моего отца. Ну, вот, да, ну, да. Вот, вообще признанное мнение. Да. Иностранный гость Йохан Эберг, это атташе Королевства Швеции, был тогда по культуре, как раз в художественном музее вот эта дебютная папина выставка, 99-й год, работы еще у меня в студии лежат оформлены. Я пригласил его, и вот после нашей встречи, после того, что он посмотрел, он Володе Гуркину по пути на радио, значит, сказал, сегодня я видел работы гениального русского художника. Это все про папу. Вот какой у меня осет. Вы с 1975 года в Ульяновске, да? Да. И сразу вот такую активную деятельность, да, стали здесь осуществлять? Ну, как активную деятельность? Сначала ну, я... педагогическая в том числе, да? Да, устроился в дворце пионеров. Но активная эта деятельность у меня была еще, я помню, после первого курса. Я участвовал в папином проекте, вот это, картинные галереи для, колхоз «Красный Октябрь». Да что такое? Но это еще для до... села Баклуши Павловского района. Да, до и вот там, по-моему, в Баклушинском клубе до сих пор висит гигантская такая панорамная вещь, изображающая все село Баклуши. Вот захотелось мне изобразить все село Баклуши. По поводу ваших работ, что у нас на столе? Вот прокомментируйте, Мария Александровна, Владимир. Ну, тут у меня объекты, с которыми, по сути дела, я вот и с формулой которых я дебютировал на Всесоюзной научной конференции, посвященной столетию любящего. Вот вижу Зинин Владимир Николаевич, да? Вот книга, это книга, посвященная отцу. Это тоже одно из моих дел. Причем все тексты еще при папиной жизни были выверены. Он вычитал их сам. Слава Богу, там очень много вот того, что сам папа говорил. Это одна из моих вот таких работ, но которую, к счастью, удалось опубликовать благодаря тому, что вот наследственные деньги, которые мы с Валечкой, с сестрой получили, вот та часть, которая как раз пришла к ней, она дала ее просто на издание книги. Да, прекрасно. А вот что за работа? Это так называемые трансформеры, да? Верно я? Это трансформер. Это... Осуждаю. Один из таких геометрических объектов моей книги точности, где вот действующим лицом является одна простая формула, с которой, собственно, я и выступал на Любежской научной конференции, по которой сотворяются все существующие формы. Дальше там ситуация развивалась таким образом, что я сумел эту формулу ученым-математикам, крупнейшим математикам на Любежской конференции приезжали, была неизвестна. Биологам тоже, но биологи мало занимаются математикой. Для них это оказалось очень трудным, хотя здесь элементарная детская формула. И вот, например, если вот я сейчас возьму вот эту конструкцию, так. Это новый ряд натуральных чисел, который, в отличие от простого ряда, ну, такая тянущаяся в бесконечность линия, ветвится. Я сосчитал его в пределе, вот так сказать, одной вот палочки на этом конце. Это тот же самый объект, только развернутый. А, вот. Да. Так вот, в пределе этой одной палочки там существует формула. И
когда я искал по древним первоисточникам, а где это может быть, и на глаза мне попалось великое имя Бога, значит, а я считаю, я привык считать это самые вот элементы, из которых составляется, вот, например, надпись. Ну, вы, надо сказать, очень уже много лет соединяете математику и так живопись. Это где-то лет 30, ну, да. Если не 36. Ну, да. Так вот, и вдруг, господи, ну, это же написание моей формулы, вот, значит, вот, в нем скрыто. 1, 3, 2. Вот по этой 1-3-2 или 2-3-1, по этой структуре, формуле, внутри ее, не выходя из нее, сосчитана вся эта конструкция. И во что превращается? А дальше там снова еще идет 1-3, и когда эта 1-3 идет, идет уже счет 1-2-3, к которому мы все привыкли. Ну да. И получается вот этот вот развернутый, вот здесь он похож на кита. Да, вот видно, да. Вот, но тут идем дальше. Мы берем тот же самый объект, представляем его к лицу. И вот получается биоморфная маска по образу, по подобию, которое сделано это лицо. Дальше, значит, а так вот, батюшки, это вот как раз подобие храма. Дальше я сворачиваю эту структуру, и получается подобие. Вот в профиль голова, вот в фас голова, вот в затылок голова. Здесь можно очень достоверно многие конструктивные особенности черепа. Художники анатомию человека знают. Вот тут вот, грушевидный отверстие, лобная кость, височные кости. Это значит лицевой отдел, затылочный. Батюшки Света, что же это у меня получилось? Потрясающе. Владимир Александрович, Александр Владимирович, простите. А вот мы поговорили о том, что вот преемственность такая существует, да, вот по отношению дочерей. Вот сейчас внуки подключились активно. А ученики ваши, они все ли выбирают стезю художника или... Ну, а ученики, это же студии, как раз... Ну, да. Нет, если брать детей... то вот у меня, вот, например, один из моих учеников, который начинал в детской студии, вот, Эдик, или у него сейчас имя Серафим Богодинов, он расписал вот этот наш кафедральный собор. Это ваш там ученик? Да, это мой ученик, вот, несколько лет там он у меня занимался. Потом я еще помогал ему устроиться в художественную школу, где он провалил экзамены. Но потом он кончил казанское училище, Газуновку. И уже это самое. Он мастер, умеющий работать в традиционной манере, в классической манере русских художников 18 века. То есть там он этот опыт использовал. Потом он Новороссийский собор расписывал. Есть кем гордиться. Да, и вам. Есть кем гордиться, да. И сейчас он обитает в Москве, но он и жил и здесь, и здесь вот преподавал в университете. Александр, а вот вопрос такой. А вы как-то влияли на выбор ваших детей вот, в плане продолжения династии? Ну, наверное, да. Ну, как-то вот так вот осознанно, или опять-таки, вот как вы, впитывая атмосферу, творчество, мастерские? Я думаю, своим примером как-то обычно родители вдохновляют. И я тоже очень всегда любила фотографию, увлекался. И сын у меня стал фотографом, оператором, видеографом. Ярослав Бычков. Да-да-да. Ну, поддерживаете его? Ну, конечно, мы его поддерживали, пока он был ребенком, а сейчас уже не стоит и поддерживать. То есть он увлечен, ему нравится его профессия. Тоже наверняка выставки, работы. Ну, выставки, насколько я знаю, сейчас не участвуют ни в каких выставках, но то, что он развивается в своей профессии, это я могу сказать, что да. Мария Александровна, работы, Александр Владимирович, мы посмотрели. Вот здесь рядышком находится ваша работа. Можем мы ее тоже изучить, да, это посмотреть? Это не просто работа, так. Это я принесла такой небольшой подарок для вашей студии. Ничего себе. Вот такие картины мы обычно пишем на мастер-классах. Я тоже занимаюсь с учениками. Принять. Можете посмотреть, да, это спасибо. Маслом написано, такими мазками, тема бабочек весенней, такое настроение.
Да, спасибо огромное. Это вот та техника, одна из ваших техник, да, ну, наверняка, да, в которой, да, вы работаете? Мастихином — это пастозные маски, корпус, угу, наложенные краской. Угу. Очень красиво. А вот что, можно так определить, вы вот самую такую вот магистральную какую-то линию, какой-то, может быть, магистральный навык приняли вот от Александра Владимировича, вот как именно вот такая вот, ну что ли, красная линия, такой основной лейтмотив. Чему в основном, самым основным таким вы считаете вот свой навык такой от отца? Ну, папа, он всегда, конечно, не перестает давать свои наставления. И по сей день. То есть то, что он старается нам привить, это самодисциплина, то, что без нее очень сложно художнику себя реализовать. Мы не всегда его слушаем. Всегда ратует за то, чтобы мы делали наброски предварительные, чтобы как-то... не чисто на интуиции работали, а больше вкладывали смысл в свои работы. И вот папа за это всегда у нас... Ну, а мама-то там такой примерище, мама, да. Мама просто больше дает именно каких-то таких секретов в технике, портретной живописи. То есть это всегда такие самые главные советчики — это мама и папа. Как здорово, что такие люди по утрам встречаются. Маша сейчас вот потрясающий совершенно портретист, причем настолько мощно растущий и настолько это самое... Ну, серьезно в это дело. Тут вот как раз у нас монополия на портрет с некоторых пор, значит, перешла к маме, и сейчас вот переходит к Марии. Я не сказала. Династия продолжается. Это прекрасно. Спасибо огромное за эту встречу. Дальнейших успехов. Ну, конечно же, еще раз с днем рождения вас поздравляем, Александр Владимирович. Спасибо. Очень гордимся, что являемся вашими земляками. Спасибо огромное. Я вами горжусь. Спасибо огромное. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня были Зинин Александр Владимирович, художник, руководитель Народной студии изобразительного искусства Дворца дружбы народов Губернаторский, и Бычкова Мария Александровна, художник, педагог, дочь Александра Владимировича. Ой, я еще хочу вам подарить книгу. Так. Своей подписью. Это ваша... Еще один подарок по утрам. Так. Людмилу еще это самое. Это ты мог поцелуй. Так. Как бы не испортить тут все. Все. Вот так я сейчас это самое. И сегодняшняя дата. Да. Так у нас. Вот. Прекрасно. Спасибо огромное. Спасибо. Осталось воскликнуть большое. Браво, маэстро. Это утро с репортером. И мы продолжаем. В вашем доме не звучит детский смех? Помощь рядом! Альянс Клиник. Клиника репродуктивного здоровья с лабораторией ЭКО. ЭКО по ОМС. Бесплатно, без очереди. Сделайте шаг к рождению новой жизни вместе с Альянсом. Срочно нужны деньги? Поможем всем! От студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrafinance.ru. Телефон 8-931-106-5491. Два часа утреннего эфира позади. По традиции поговорим о праздниках. 7 февраля отмечаем день рождения огнетушителя, о чем подробно мы вам уже рассказали в самом начале. Именно. Также сегодня отмечается День российского бизнес-образования. Международный день безопасного интернета. Угу. День числа Эйлера. Угу. День герба Республики Татарстан. Каждый день нашу студию украшают прекрасные цветочные композиции от партнера программы сети салонов «Нимфа-73». А если вы пропустили сегодняшний выпуск нашей программы, наверстать упущенное можно, конечно же, на нашем сайте www.reporter73.tv. А еще своими историями можно поделиться по телефонному номеру утренней редакции 30 50 73. На этом будем прощаться. В студии для вас работали мы, Алена Никитова и Андрей Сафронов. До новых встреч. Пока.